Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео вопрос. Как звонить, писать сообщения и получать уведомления с айфона в Windows 10? Если у вас есть iPhone и компьютер Mac, все указанное в данном заголовке не представляет сложностей. Если у вас Android и 10-я винда, тоже вы можете использовать приложение «Ваш телефон» и множество других способов. Если же у вас iPhone и ноутбук или компьютер не от Apple, задача усложняется, но добиться результата все равно возможно. Итак, в этом видосе мы подробно расскажем об относительно простом способе подключить iPhone к компьютеру или ноутбуку с 10-й виндой с возможностью получать уведомления, звонить или отправлять сообщения через iPhone с компьютера, в том числе iMessage, скачивать с телефона фото и видео или, наоборот, отправлять их на него. Итак, поехали разбираться с этим интересным и содержательным вопросом. Итак, что потребуется для подключения? Для того, чтобы мы могли подключить iPhone к 10-й винде со всей упомянутой функциональностью, нам потребуется: первое, ноутбук или компьютер с наличием Bluetooth-адаптера. Второе, для возможности работать с фото и видео на вашем iPhone, нам нужно подключение и компьютера, и телефона к одной Wi-Fi сети. Третье, приложение Dell Mobile Connect для 10-й винды. Оно работает далеко не на только компьютерах Dell, но и на других аппаратах, о чем мы попозже расскажем. Ну и четвертое. Приложение Dell Mobile Connect для iPhone. Достаточно его скачать из Apple Store. Он там есть в бесплатном варианте. Как можно увидеть из третьего пункта, необходимую функциональность со стороны 10-й винды обеспечивает приложение Dell Mobile Connect. В случае, если у вас относительно современный ноутбук этой марки 2018 года или новее, вы сможете скачать приложение в магазине Windows Store. Однако, если у вас другой компьютер или ноутбук, установка из магазина не удастся, и придется найти приложение в сторонних источниках. А ссылок на неофициальные источники в рамках этого видео мы вам не даем, но Google или Яндекс вам покажет по запросу Dell Mobile Connect AppX Bundle. Нужно будет загрузить файл с расширением AppX Bundle и установить его как обычную программу. Последняя версия приложения на момент выхода данного видео – третья. И именно она уже довольно-таки хорошо работает с iPhone. Итак, идем далее. Следующий вопрос – подключение iPhone и использование в связке с 10-й виндой. После того, как все необходимое есть в наличии, выполняем подключение. При этом Bluetooth должен быть включен и на ноутбуке или персональном компьютере, и на iPhone. Итак, первое. Запускаем приложение Dell Mobile Connect в 10-й винде и на iPhone. Второе. На iPhone даем необходимые разрешения до появления кода подключения на экране. Идем далее. Третий пункт. На компьютере в приложении нажимаем «Начало работы». Выбираем iPhone как устройство, а затем вводим код, отображаемый на экране iPhone. Четвертый пункт. Дожидаемся подключения. На iPhone должен отобразиться запрос пин-кода. Нужно будет ввести пин-код с экрана компьютера. Важное замечание. В ходе тестирования мы заметили, что на ноутбуке со старым Bluetooth-адаптером найти телефон не удалось. Пятый пункт. После сопряжения потребуется дать еще пару разрешений на iPhone, о чем вас отдельно уведомят. Не спешим. Шестой пункт. Итак, в результате на компьютере вы попадаете в интерфейс приложения Dell Mobile Connect. Однако уведомления, сообщения и другие функции сразу не заработают. Вам предложат установить специальный драйвер на компьютер, и будет предложена ссылка для этого. После установки всех драйверов и так далее, вам надо выйти из приложения Dell Mobile Connect. Это правый клик по значку приложения в области уведомлений, далее выход. И снова запустить его. Итак, после того, как все перечисленные шаги выполнены, можно приступать к использованию приложения. Каких-то сложностей с этим быть не должно. Итак, первое. В приложении предусмотрены несколько кнопок. Уведомления, звонки, сообщения, файлы и трансляция экрана.
Уведомления с телефона сами по себе будут также отображаться в области уведомлений нашей любимой 10 винды. Второе. На вкладке «Звонки» вы можете выполнять звонки с вашего ноутбука через ваш телефон. При наличии нужных разрешений, которые запрашиваются при настройке подключения, вы увидите весь список контактов для возможности быстрого набора. Пункт третий. Идем далее. Во вкладке «Сообщения» вы можете отправлять СМС и сообщения iMessage через ваш телефон с компьютера и получать их. Сообщения, которые были получены до подключения телефона, в списке не будут отображаться. Пункт четвертый, тоже интересный. В разделе «Файлы» можно посмотреть видео и фото с вашего айфона, сохранить их себе на компьютер или, наоборот, отправить с компьютера на телефон. Для этого используйте пункт «Меню», открываемым по трем точкам справа вверху. Пункт пятый, тоже интересный. И, наконец, вкладка «Экран телефона». Она позволяет транслировать изображение с экрана айфона на компьютер. Для этого потребуется запустить трансляцию на самом телефоне в приложении Dell Mobile Connect. Ну и в принципе все. Давайте подведем итог, и я скажу следующее. Данная возможность будет вам интересна тем, именно кому требуется взаимодействовать с айфоном с компьютера без проводов. И этот компьютер на 10-й винде, а не на macOS-е. Если проблем на этапе соединения не возникли, то сами функции, в принципе, в целом работают без особых нареканий. Это канал «Компьютерная академия» и наш партнер – сайт remotka.pro. Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно.